Приветствую вас, у меня все та же миссия. Да, это видео я, наверное, пишу по большей части для того, чтобы получить помощь, возможно, какой-то полезный умный совет. Да, ну сейчас я попытаюсь сделать кораблик значительно более миниатюрный. Возможно, мне тогда их больше дадут. Трубу. Всегда я их забываю. Дайте трубу к корме сместим. Такое у нас будет. Запорожец заднеприводный. Ну уже у нас по весу фигня получается. Да не буду я это ставить. Вес повышать. Да. С весом у меня беда. С весом у меня беда огорчения. Торпедных аппаратов еще нету. 90 тонн. Перевес. Ти здрасте. То пришла тетя Настя. И как? Делать ему броню больше. Без толку. 5-дюймовка. Это у нас сколько? 4 дюйма. Да, это 120 миллиметров, да, 5-дюймовка. Если они, да, 120 чем-то. Соточки. Беленькие все-таки. Чуть тебе не нравится? Все устраивает, чувак. Выживаемость. Прикольненько. Броню повысить. Ну вот, в общем-то, и все. Упор на торпеды. Ну, хотя и пушек получилось неплохо. Не знаю, сколько мне их дадут, таких кораблей. Не знаю. Борзый. Будет борзый. Борзый так борзый.
Ну, поехали. Да. В данном случае я слегка деморализован такой жестокой миссией. Три. Все-таки три дают. Может, не стоит сближаться, ждать, пока они сами на меня выйдут, а? Ставим дым. Две 120-ки у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сколько там уже, я не помню, подсказываю, дюймовок соточек. Чей-то 50-миллиметровый соточек. 36 торпед. Жалко, что торпеды на обум нельзя пустить, не плывут они за горизонт. Враг у нас всегда с севера. Давайте вы хоть подсветите. Не знаю, давать подсветку просто в тупую броненосцу. Не влазить в бой. Наверное, так не получится. Ну, либо большое терпение надо, чтобы по-умному сыграть эту миссию. Так-то пока нет. Двенадцать труб на каждом корабле. 36 торпед на каждом. Ну это уже, да, это уже эсминец. Хоть артиллерийское вооружение не очень. Где же враг-то? Где же враг? Вот есть первый контакт. Отрабатываем уход. Походу, да. Ну, так, в принципе, неплохо складывается, если мне удалось бы их затарпедировать, эти крейсера. Торпы. Давай.
строится. Мы Акацуки. Акацуки сейчас торпеду выхватит. Да, выхватит. Да. Непонятно, как я эту миссию сыграть, так что будет. Еще один вышел у меня. Еще один у меня вышел. Пусти ж ты так педал крейсер, а? Там еще перезарядка торпедных аппаратов не прошла. Собственно говоря, слил я уже эту миссию, как ни крути. Ну, пошли тут. Но один крейсер готов. Второй крейсер готов. Готов. Еще не готов. Но я надеюсь, торпеды дойдут до него. О, боже, выходи. Мне нельзя терять не вот этот корабль. Нельзя терять и эсминцы. Неужели только мимо прошли? Нет, еще идут. Хотя бы парочка. Сильно бодро он плывет. Только одна. И там может быть.
Не, одна вошла уже. Вот вторая есть. Ну, я потерял свои эсминцы. Я, по идее, могу проиграть. Еще они на ходу, но они уже никакие. Блин. Эсминцы, уходите. Уходите из боя. Дайте повоевать броненосцу. Уходите. Враги на севере, а у него еще, ну, сколько я, два эсминца потопил, два крейсера, а у него там 10 было, 8 миноносцев, 8 миноносцев раздерут моего киса, как тузик-грелку. Но эсминцы надо выводить, хоть на откачку воды, да на какой-то ремонт. Да, видят моего броненосца. Он малоповоротливый, поэтому шансов вернуться от торпед у него мало. Ладно, поплывем навстречу с неминуемым. Торпеды еще не перезарядились, и скорость никакая. А, и рулевое повреждение.
и поэтому пришлось разделить немного. Ладно. Выходи из боя, болезнь. Карусама моего уже почти добили. Но, к сожалению, торпедные аппараты еще не перезарядились. То есть он вряд ли поможет нам торпедами. Сами затонул из-за сильного затопления. Можно подускориться. Или даже. Нет, ну, будем управлять сами. Пошла торпеда моего дестроера последнего. Как создать дестроеры, чтобы их было больше 3 штук, либо создать мощного с мощнейшим бронированием, с хорошим оружием, грузоподъемным. Такая вот печаль. Спасибо за внимание. Буду я ломать голову дальше.